Включайте главное предложение на сегодня, друзья. Удивительный костюм. Костюм, который был только один раз в презентации. Презентация длилась 7 минут. И тогда было продано 600 таких костюмов. И цена 1499 на весь костюм. И брюки, и блуза действуют только сегодня. Беспрецедентное предложение, удивительный костюм в разных оттенках. Мы с Лешей сегодня просто открыли рты, когда увидели костюм и посмотрели на цену. Суперактуальное предложение для лета – это must-have, то есть вещь, которую нужно иметь. И туника, и брюки. Но, естественно, первое, что бросается в глаза, это роскошный глубокий цвет. Далее мы видим эффектная фактура кринкл и изящное ожерелье из кружева в портретной зоне. Это уникальные детали, которые делают костюм необыкновенно привлекательным и оригинальным. В этом стильном образе вы покорите всех, абсолютно всех окружающих вас людей. Такую красоту захочется рассматривать бесконечно. Плюс ко всему прямой крой со свободным облеганием, удлиненная туника и брюки на манжетах по низу подарят воздушность и соблазнительный образ. Вы будете чувствовать себя комфортно, ну а материал подарит еще и приятные тактильные ощущения. Сразу давайте обратим внимание именно на эту жатку, кринкл, то есть одна из разновидностей жатки. Да, а оттенки какие, давайте по ним пройдемся. Пудровый, необыкновенный, и здесь еще и кружево в тон. Видите, вот эта фактура жатка, мы сейчас на пудровом хорошо и с вами можем рассмотреть. Один из самых нежных и самых благородных цветов, на мой взгляд. Друзья, еще раз повторяю, это цена за две вещи, не удивляйтесь, это правда так. Это цвет горчица. И здесь мы с вами уже видим белое кружево, контрастное. А по факту даже ближе к цвету шафрана. Да, да? Причем даже чувствуется как будто аромат этого шафрана. Какой. Я выбираю для себя синий оттенок. Яркий, самый сочный, такой небесный синий или ультрамариновый. Или, может быть, цвет электрик, как его сейчас модно называть. Опять-таки, и туника, даже не блуза, туника, и брюки. И все это за 1499. Кстати, мне очень нравится крой этих брюк. Они как джоггеры, видите, мы об этом тоже скажем. И два других цвета, молочный, мой фаворит. Я честно вам признаюсь, хотела надеть именно молочный, просто его не оказалось в моем размере. А это сиреневый оттенок. Друзья, у нас начинается уже ажиотаж. 8 утра, вы не спите. Нам так приятно. Алексей, как мы здесь выбираем размер? Здесь советуем брать все-таки на размер побольше, потому что за счет именно фактуры материала жатка, одна из разновидностей жатки кринкл, очень дорогой вариант жатки. Так вот, советую брать все-таки на размер побольше. Смотрите, на наших моделях, у нас, кстати, сегодня две Оли. Блондинка Оля, 50-й размер, на ней на размер побольше. Брюнетка Оля, 54-й размер, на ней тоже на размер побольше. На Сашеньке тоже на размер побольше. Саша, у тебя 46-й? У меня 46-й, я надеваю даже на два размера больше костюм. Да, но да. Ты еще и с поясом используешь. Но смотрите, что нас привлекает, да, это кружевная отделка в портретной зоне. Это альтернатива аксессуарам. Изящный и такой, ну, как бы флер роскоши, готовый образ. Плюс ко всему, глубокие чистые оттенки, актуальные по сезону, придают нежность и яркость образу. Кстати, что касается ткани. Ткань – визитная карточка японского дизайнера Исея Мияки. Он просто постоянно использует. Используют вот такую жатку. Как, где, девочки, вам идут эти костюмы, а? Конечно, и это вот такой монообраз, готовый, ультрамодный, кстати, в сезоне лета 2022. Это и туника, и брюки, которые вы носите, если хотите, вместе, а если хотите, по отдельности. Это удивительная фактура, это цельнокроенный рукав. Это костюм, в который влюбились все. Вот еще раз, у нас была одна короткая, скажем так, тестовая презентация этого костюма, и тогда за 6 минут презентации 600 костюмов, которые вообще планировались на весь день, 600 разлетелось. Многие брали два. Кстати, Леш, многие брали два цвета для того, чтобы комбинировать их друг с другом. Да, и здесь действительно будет очень здорово смотреться. Например, вы взяли в темно-синем, как на Саше, и в кремовом, как на Оле брюнетке. И вы можете менять по цвету плечевые и поясные изделия сочетать. Теперь, что касается ткани. Вот вы видите ту самую жатку, кринкл, да, одна из разновидностей. Действительно, вот очень дорого стоит. Фактура невероятно практичная. И, кстати, материал дышащий, 60% вискозы в составе. Плюс ко всему, смотрите, идеальная посадка без примерки за счет эластичного пояса на брюках. Как он тянется, великолепно. Теперь давайте я сразу вам еще скажу по поводу того, как мы ухаживаем за этим костюмом. Легко и просто. Постирали на деликатном режиме при 30 градусах. И прежде чем повесить, сушить, вот так вот скрутите, чтобы фактура ткани опять вернулась после стирки. То есть гладить не надо, получается? Даже гладить не надо. Потом развяжите.
связали и повесили сушить. Ультрамодный тренд и, кстати, идеально корректирует фигуру. Давайте посмотрим, что на всех подиумах мира используются вот такие варианты точно. Летнего образа. Слушай. Ну, красиво, да, девочки, вам нравится? Да, вот посмотрите, коллекции, да, всемирно известных брендов, причем бренды тоже у нас и подиумного уровня. Сколько будут стоить такие премиальные костюмы из жатки? Ну и давайте еще раз о цветах. Синий на мне. Я еще вот голосую искренне, если есть молочный в вашем размере, я просто понимаю, что сейчас они будут заканчиваться уже размеры, забирайте молочный, просто фантастический абсолютно цвет. Вот она какая фактура. И она, знаете, она достаточно эластичная. Внизу манжеты. Давай еще о манжетах с тобой поговорим. Это по факту, Леш, такие брюки-джоггеры как будто бы, конечно, правда? Но вообще благодаря манжетам как раз у вас есть возможность сделать длину брюк, ну, например, 7/8, да? А давайте еще про цвета все-таки поговорим. Да. Вот по поводу темно-синего твоего поговорили. Цвет, кстати, профессионализма. Вот мне очень нравится вот этот нежный пудровый при заказе. По факту, он такой пудровый, знаете, жемчужно-пудровый. Горчичный цвет, который мы называем шафрановый. В нем, кстати, вы видите, на контрасте кружево работает, поэтому мы и говорим, сочетайте два разных цвета. Сюда идеально подойдет и кремового костюма, например, брюки, да, либо наоборот вы используете. Шафрановый, он такой редкий. Найти подобный оттенок невероятно сложно. Я понимаю, цветопередача у всех телевизоров разная, но когда вы его получите, вы вот поймете, о чем мы говорим. Это правда, так, друзья? И вот искренне и честно, у нас уже ажиотаж в колл-центре колоссальный, и вы понимаете прекрасно, что такого предложения больше не будет. Это вот, знаете, бинго, это просто удача, это попадание в цель. Это 7 лун сошлось, чтобы у нас с вами вот такой костюм за эти деньги, за 1499 две вещи появился в эфире. Смотрите, как красиво цвета сочетаются разные. Да, выглядит это очень здорово. При том, что вот смотрите, не случайно мы оказались на подиуме, да, сейчас тоже, чтобы поговорить о сочетании цветов. Ну вот посмотрите, вот можно эти два цвета, как будет красиво, очень. Да, здорово сочетаться. Или, например, Саша, вот на секунду приложи Коле, вот эти брючки тоже очень стильно будет смотреться. Разные оттенки, успевайте забрать свой размер. Синий цвет на мне, две вещи за 1490.